Яке наше місто? До річниці Дніпра ми запитали мешканців міста, що вони можуть сказати про Дніпро та що воно для них означає. Город возможностей. Если есть желание, то можно много чего добиться, особенно в творческом направлении. Наш город – это город вдохновения. Здесь люди наполняют друг друга эмоциями. И в основном у нас все хорошие, веселые, позитивные ребята. Говорится, что Днепр – это город молодежи. Поэтому вот это будет, наверное, ключевым. Энергетичный, яркий город, который может раскрывать таланты любые. Поэтому... Я считаю, то, что в нашем городе очень хорошо реализоваться. У нас очень много развлекательных центров, много всякой вкусной еды. Можно хорошо погулять, отдохнуть. Люди приятные. Ну, дуже велике, дуже багато різних закладів в плані кафе. А от таких культурних розваг є у нас оперний театр, є філармонія. Ось, а... Ну, загалом все. У нас очень, очень хороший город, он очень дружеский, он очень красивый город, очень зеленый. У нашего города такая энергетика, что здесь хочется что-то делать, что-то новое, что-то привносить, какую-то новую идею, какие-то новые мысли. Их хочется воплощать в жизни.